течение, там, не знаю, месяца или года, например, сколько вы приходите? Не знаю, наверное, пару раз в месяц. Да. Сколько вам нужно времени, чтобы вот насладиться прогулкой по парку? Сколько тут бываете времени? Немного, минус 15. Ну просто обходим, скажем, все. Тут здесь много людей, много народу, все радуются. Я могу сказать, взрослое население около 1000 через каждую кассу проходит в праздничный день. Ну, еще плюс же берут детские, это плюс дети еще идут. А разброс разный. Дети приобретают, естественно, их пускают с 10 лет. Значит, они покупать могут билеты, но в основном покупают родители. Берут взрослые детские билеты, с семьей гуляют. В нашем вот, чисто парку принадлежит 8 аттракционов. Один из них с 26-метровой высоты позволяет посмотреть на красоты Благовещенска и соседнего Китая. Городское колесо обозрения состоит из 20 кабинок, в одной из которых 4 посадочных места. За один 5-минутный круг колесо провозит на себе до 80 человек. Вообще уходит 5-7 минут, но с учетом того, насколько терпелив ребенок и насколько он подвижный. То есть если ребенок сидит неподвижно, то уходит намного меньше времени. Если, наоборот, ерзает ребенок, то тогда уходит намного больше, может даже 15 минут уйти. За выходной день, минут, думаю, человек 50 может пройти. У нас в каталоге около 100 рисунков. Сегодня у нас было около 40 посетителей. Сегодня, как очень странно, берут 2-3 шарика, обычно по одному, а сегодня как-то много очень. Сегодня на прилавке у меня представлено около 24 вкусов мороженого. Самые популярные – это в основном сырные.